Марина Беликова уже имеет опыт оплаты коммунальных услуг через интернет. Признается, что это гораздо быстрее и удобнее. Чтобы до конца быть уверенной в своих действиях в сети, женщина пришла послушать лекцию о кибербезопасности электронных платежей. Также она состоит в отряде волонтеров серебряного возраста, поэтому полученные знания передаст и своим подругам. Не все, бывает, могут сейчас подключиться через онлайн, но кому это интересно, и мы перескажем. И скажем, где есть ссылка, и они позже могут посмотреть. В чем преимущество оплаты услуг и покупок в интернете, а в чем потенциальные опасности и как их избежать, именно об этом рассказывают эксперты людям старшего возраста. Встречи проходят в рамках проекта «Финлайн», который разработали сотрудники 5-го филиала Самарской библиотечной системы. Они получили грант на его реализацию от Ассоциации развития финансовой грамотности. Поэтому к лекциям и семинарам привлекают экспертов, в том числе и федерального уровня. Суть проекта нашего – это прежде всего показать людям постарше, те, которые не так хорошо владеют гаджетами, не так хорошо знают, что такое онлайн-сфера, а каким образом осуществлять платежи, каким образом делать свою жизнь легче, делать покупки в онлайн-магазинах, что, собственно говоря, тоже очень выгодно для людей старшего возраста. И чтобы они просто не боялись этой сферы, они знали. Лекция на тему кибербезопасности стала 6-й из 12 запланированных. Следующая пройдет в сентябре. Желающие присоединиться могут прийти в библиотеку лично, либо подключиться по видеосвязи. Также трансляции встреч организованы и в других филиалах библиотечной системы. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.